Снова всем welcome, это снова я. Вот я приехал здесь на своем байке. Сегодня у нас, ну, грубо говоря, середина января. На улице где-то 15-17 градусов тепла, более-менее потеплело, можно поснимать, покататься. Я вот заехал в такой вот магазин. Это магазин по продаже именно оффроуд и кроссовой техники, в том числе и питбайков продают, и вот триал. Байки тоже также продаются здесь. В принципе, цены здесь такие же, как и по всей Японии, особо не отличаются. Но зато здесь хороший выбор, примерно как в том магазине U-Media, где я до этого снимал видео. Вот. Что можно сказать? В принципе, выбор здесь, вот по крайней мере, в КТМах здесь достаточно большой. Вот как мы видим, 350 здесь и XC. 6 days, который вот модель, модификация, трикер Honda CRF и еще один КТМ, это уже 690 эндуро. Вот, 690 эндуро с пробегом, но это вот все бэушные мотоциклы, но есть и новые, как бы в этом магазине также. Вот бэушные, пробег 10300, а 10400 пробег, цена 725 тысяч с налогами. Трикера пробег 12800, цена 367 тысяч с налогами. Так, а вот 6Days 350, которые пробега не видно, да, не написано, но цена где-то 800 без налогов, без налогов. Вот, точнее, там просто не включено ни оформление, ничего. А вот чтобы там оформление и все остальное включить, надо спрашивать. Большинство мотоциклов в Японии, даже кроссовых, продаются с номерами. Вот видите, да? То есть планки под номера идут у каждого практически. В том числе, ну, питбайки, конечно, не идут с номерами. Тут как бы... такие легкие кроссовые мотоциклы тоже без номеров. Это вот CRF H150, 248 тысяч цена. Пробег тоже неизвестен, но ясен пень, не новый. Ну, всякие вот КТМы, КТМ-85, SX 248 тысяч. Тоже, ну, пробег тут все в моточасах, как бы надо смотреть, это счетчик моточасов. Тут не на, на ценнике вот он не указан. Далее вот 250-й Хускварна. Ну, тут на новый похож. По крайней мере, выглядит как новый. Но написано, что был. И цена 598. Там со, с налогами, со всеми делами. Ну, тоже байк неплохой. Мотард. Бета для инду, для этих, для триала. Здесь у них спидометр вот в таком плане сделан. Тут разные стоят. Тоже Honda. Honda. Там далее что там? Ну, тоже триальный мотоцикл и скутер какой-то. В принципе, здесь так не особо. Вот новый, по крайней мере, похож на новый питбайк. Kawasaki KX65. Вот цена неизвестна, их знает. Далее, вот Yamaha WR250F. Это кроссовая версия как раз, F-ка. Там вот далее стоят Africa Twin, CRF 150, что там еще, Yamaha, тоже походу там 250 YZ, там, или даже нет, скорее всего даже 125 стоит, мелкий слишком. Вот, что еще здесь интересно, а здесь интересно еще вот такие модели. Это WR450F, ну тоже БУ, правда, но
принципе, в хорошем состоянии. Довольно редкая модель в Японии. Это модификация вот Recluse, который идет. Далее новый Yamaha WR250 стоит здесь, еще в полиэтилене. И Suzuki DRZ250 тоже новый. На улице вообще не езжены. Вот. Могу вам так сказать. То есть, ну там вот еще, конечно, стоят. Вот тот вот третий справа мотоцикл. Это как раз 450 WR стоит. Вот он наворочен вообще мощно. То есть там чувак заморочился, поставил себе все, что можно из навесного оборудования. То есть там дополнительный свет, значит, другого цвета эти ступицы там поменял все. Значит, в цвет рамы. В цвет, значит, синий сделал. Далее там всякие крышечки, всякие трубочки, все там поменено. Площадки тоже поменены, тоже синего цвета там. Ну, в основном от Z там он брал. В общем, сам мотоцикл, если покупать в Японии, вот с номерами, да, ну вот видно, вот 450-ка, да. Вот в России с номерами даже официальные дилеры не продают. Я не знаю почему. Они, короче, говорят, что они не могут заказать. В Японии 450-ки вот с номерами есть. Но это под заказ. Это везти надо из другой страны. В Японии они как бы не производят с номерами. Вот. Так вот, с номерами, значит, он стоит 1 000 000. Где-то 1 200 000, наверное, так. 1 100 000, 1 200 000 в йенах. Вот. Без номеров он стоит, естественно, дешевле, 800 где-то тысяч. Но чтобы заказать на, как бы, на следующий год, чтобы вам сделали этот Yamaha, вам надо заранее заказывать до там середины декабря, значит, заказывать, чтобы вам на следующий год его сделали на заводе. Если вы это не сделали, то все, вы в пролете, целый год будете ждать опять, пока, значит, заказы опять начнут принимать. Вот так вот. Ну, сейчас я подойду, там покажу его. Короче, вот этот мод ему обошелся в порядка 2 000 000. Ну вот, видите, то есть тоже все это как бы так вот аккуратненько сделано. Там вот трубки синие, то есть как бы подножки тоже синие. Там эти переключатели тоже так вот все как бы красиво сделано. Выхлоп Акропович стоит. Там один выхлоп только 1 080 – 1 090 в йенах стоит. Вот. Вот такой вот байк. То есть поворотники задние вот так вот сделаны, чтобы не сломались во время падения. Вот, тоже там внизу все крышечки, все как бы. Ну вот эти лопухи стандартные идут с стандартной комплектации, но желательно их сразу менять на алюминиевые, вот как вот на том стоят такие. Потому что, ну, они ни хрена не защищают вот эти пластики. Только от веточек маленьких. Далее, здесь что у нас? Тоже под номер идет планка. И, естественно, все эти покрышки только для оффроуда. Здесь исключительно оффроуд тематики. Мастерская тут и все. И, ну, и магазин. Можно подобрать себе все, что надо. Вот. Здесь вот идет, в принципе, тоже как бы неплохие модели Kawasaki, кроссовые, это 250-ки, KX. Вот, и, в принципе, достаточно новые тоже выглядят. Ничего. Интересно. Красиво. Ага. Ну, май не мачты кидало. Тумодачи муану, китык, который маска раса, но мау, мутираши да ттара, сону байку ва, ма, намбо плейта ва, но цуитару байку хоши да ттара, сону, коко даке мимаш, мимашта, ну, мисо даке, сону, кану мисо аммари най деска раса. Най деска, не, кура. Сону, кара, ну, чето. Ну, а то, сыгры, хайте, кимас.
ああ、そうなんですか。この間電話させてもらいました。そうですね、前に、まあ、電話しました。でも残りが6台です。6台ですか。はい、6台なくなったら、しばらく入ってもらいます。ああ、そうなんですか。なるほど。どのぐらいその待っていますか、その。わかんないです。売れちゃったら、6台がなくなるまで。あ、なくなりましたか。なくなるまで。あ、なくなるまで。はい、はい、この間電話をした時が残り6台だったので。はいはい、はい、あ、例えばなくなったら、この後でなんかどのぐらいの待っていますか、その。わからないです。わからないですか。はい。基本的にそういう人気ですか、そういう早く買いますか、そういうバイク。ああ、為替によります。はいはい、ああ、なるほど。この日本でその、はい、まあ、ショップに行く、例えば1年間で何台買いますか。ああ、10台から15台ぐらい。あ、そうなんですか。はい、うちのお店で。お、はい、多いです。すごいですね。多いですけど、なんかまだまあ道に見たことないでした。うん、ないですね。少ないです。そうですね。そうね、今日はまあ天気良かったですから、この他のテストドライバーはできますか、その。あ、できますよ。そのモデルです。はい。はい、あ、申し込み用紙に。はいはい。わかりました。はい、вот так вот. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а я пойду попробую испытать этот. Что это такое на тест-драйве? До связи.